13.30, 19 сентября, привет, папуля, мы на прогулке, понедельник, солнышко, 5 дней не были на прогулке, дождь, ветер, прохладно, плюс 14 сейчас на градуснике, и впереди 5 дождливых дней до субботы у нас, и до 10 градусов температура воздуха, так по прогнозам гидрометцентра планируется впереди. Мы на прогулке с удовольствием, это тоже очень важно. И птички заждались нас, и рыжий кот только что к нам подбегал. Где ты, рыжий кот, выходи быстрее к нам еще раз. Царапнул, правда, меня слегонца. Также я планирую сегодня на рыбалку к 16:30, к 17:00, возможно, еще и на теннис с Серенькой. Так что планы грандиозные, да, ну и погода, я думаю, нам не помешает. Она нам никогда не мешает, да? Ой, довольны птички, конечно. Сейчас оценим небо с другой позиции. Понедельник. Ягодки еще, малина есть, груши, яблоки жуем вместе с папой. Также персики, виноград, также важно. Это лекарство, лекарство, конечно. Орехи, вот я под ореховым деревом как раз, вот орехи, бы нам не мешало, только где их, обычно я собирал, искал, сейчас времени буду искать, вот как раз голуби здесь шерудят шелухой, или скорлупой, конечно. Ой, солнышко, ой, мы довольны вместе с птичками, конечно, тут, так, облачность у нас 8 баллов, здесь 7. А там где-то и подальше до 10 доходит. И солнышко, заметьте, солнышко винится. Эх, неужели 5 дней до субботы дожди? Вот интересно, проверим гидрометцентр, да, как работает. Так, курс бакса, финансы поют романсы, рубрика 42. Вчера я удивился, это воскресенье к вечеру был прием. И 42,5 продажа. Это рекордные цифры. Так что таблички, оказывается, не влияют на курс, да. Что же будет дальше, какой курс, вот вопрос, да, и вверх, соответственно, цены тянутся, так что не очень приятно. Трава зеленая, прямо сочная, ну, я думаю, что это уже дни травы заканчиваются, да, и будет потихоньку высыхать, желтеть, и листва также на деревьях. Вспоминаю солнечный яркий день 8-го. сентября, где было еще до 30 градусов жары и тепла, это один день, ну днем так оно раскочегарилось, и все, и с 8 сентября уже пошло на похолодание. Так что осень, все четко, все по расписанию, как я и говорил, так что календарь работает природный, четко и наверняка. Зима для нас сложный период, для людей большого, постарше возраста, так, сложно. Мы готовимся, готовы, и витамины приобрели, и, ну, конвектор инвекторный, так. Сложное время, но, думаю, справимся, да, мы оптимисты, и, думаю, все будет у нас хорошо, правда? Вот такое солнышко оно будет наверняка, и прогулки, я думаю, они будут и в снег, и в прохладную погоду. Так что вот я сегодня еще в шортах, кстати, да. Я думаю, что тоже впереди уже будут брюки. Так что еще пока, ну, по-летнему, еще пока по-летнему. Красивым, бодрым шагом, вот без палочки сейчас папа, да. И отмашка рук, ну зачем ты, не держи. Да, вот, пожалуйста, мы демонстрируем, ну, наши успехи в какой-то степени, да. 2 ноября, скажу по секрету. Нет, скажу 2 ноября лучше, давайте. Вот как мы бодренько, строевым, маршевым, да, шагом, маршем с папулей гуляем. Так что можно и без палочки также. Вот, пожалуйста. From Ukraine, Винница. Орешка приветствует также всех, конечно, зрителей своих, новых зрителей. Так что будьте с нами. Всегда интересная домашняя, семейная информация. Ну и
общественное также. Так что погодное, рыболовное, спортивное, много всего. Так что, пожалуйста, будьте. И весело, дружно подняли бревнышко. Ну, вот с таким настроением мы желаем вам всем хорошего, приятного настроения. Да? А друзей, до зустрічі, гудбай, до побачення, да, папуль. Хе-хе-хе. Опа, у вас. Яху.